Бабушка готовила зелье из лягушек, точнее, готовила зелье, время, точнее, из лягушек и всего остального, которое было испорчено. То есть, возможно, она была зеленого цвета, и поэтому костюмы вынизились. Также она давно не чистила трубы, и поэтому они взорвались. Вот почему костюм прожжённый. У тебя есть... Нет, у тебя есть какие-то связи, если говорим о сегментных костюмах. Получается, что мы можем... И ты можешь кому-то сделать так, чтобы кто-то заплатил 50 монет за костюмы. Ну, короче, всем. И чтобы мы, ну, двум, чтобы были костюмы, и одному, чтобы не досталось. Получается. Ну, короче, он выбирает. Он покупает товары дешевле, чем. Ну вот, я об этом не говорю. Подожди. О, блин, я вообще в незаконных лиц. Да, у тебя есть незаконная монета, кстати. И еще ты должен взять то, что ты испортил наши костюмы падением и нечищенными трубами. Так что ты должен заплатить за наши костюмы. По 25 лет. Алис сделает так, чтобы мы заплатили немного больше. Ты знаешь, что ты испортил наши костюмы и все, и пойдешь за решетку на столе. Ты испортил костюм Кощея, и тебе предложили заплатить. Так он мне продал бы кого-то товар. Ты что? Не то. Это не то. Во-первых, ты не чистил трубу, поэтому у тебя взорвалось, ну, короче, испортил костюм. Ты ему продал бракованный товар, и поэтому у него взорвалось падение. Получается, виноват он пока что... И ты, но ты больше, потому что ты не чистил трубы. Ты согласен, что ты чистил трубы? Хорошо, ты согласен, что ты продал ему... Нет, я просто купил подешевле костюм. Нет, не про костюм, а про продукты. Нет. Нет, трубы ты не чистил, а через там что-то проходит, поэтому из-за этого тебя, ну, короче, взорвалось. Ты испортил костюм. Ты виноват только первый. Второе, ты купил, ну, точнее, продал ему бракованный товар, поэтому у него взорвалось зелье. Ну, точнее, зелье аварийное, которое тоже испортило и замок, и костюмы. Получается, что виноват больше Баба Яга, конечно, но тоже, потому что продал ему подешевле товар. Подешевле товар. Она не верила, иногда только не чистил трубы. Поэтому признай свою вину и все. Да. Признавай свою вину. Но все равно в любом случае ты должен заплатить за наши костюмы. Не чистил трубы. Признай свою вину, что ты не чистил трубы, а ты признал свою вину, то, что ты продал ему бракованный товар. Ну, ты купил, конечно, дешевле, ты в этом не виноват, а вот ты виноват в том, что ты должен это признать. Так что ты будешь платить самую большую долю на колесо самолет. Понятно. Нет, а 50 лет. Нет, Никита будет платить у него много денег. Я не буду платить, потому что у меня одинаковые сроки у вас. Если ты, либо ты признаешь вину, то, что ты нам испортил костюмы, либо ты... Платишь нам? Да, платишь 50 монет, чтобы... Ну, короче, 25-25. Да. Либо как будто даже 50, кому захочешь. И тебя завезти внизу на 100 лет. Призывай вину. Ну, давай призывай. Ну, факт в том, что... Я как Я сейчас крякаю. Смотри, ну если он меня не посадит... Он тебя не посадит, что ему вот в большом преимуществе. То есть ты должен отдать, значит, свои деньги, он тебя если не посадит все время. Значит, ты должен отдать свои деньги, когда мы заплатим за костюм. Но он будет мне этот, потому что... Ну, ты можешь нам отдать 25 ему, 25 ему. Нет, мне 50, а ему останется 50. Смотри, он с своими связями купит подешевле, а у меня будет новый костюм. У тебя никто никуда не посадит. Кому-то отдашь 50, кому-то отдашь 50 клоуну или мне? Нет, это тебе он не будет давать, потому что у тебя, ну, ты можешь обманом купить за 50 лет.
Ну вот, да. Поэтому признавай свою вину. Признавай свою вину. А мне кажется, что я могу сказать, что он не продуктирован. Вот ты не сможешь сказать. Я обманом сделал так, чтобы это было неправильно. Видишь, он хит, он на то и хит лист, что... Я могу сделать так, чтобы ты была виновата. Да. Поэтому ты признавай свою вину, а давай тебе ответить мне. Или мне. Или мне. Нет, тебе не нужно. Ты просто все не сможешь. Конечно, даже деньги. Я выиграю, и он выиграет. Поэтому давай.